просто великолепный день! Пока этот корабль продолжает идти непрерывно по своему направлению, мы должны достигнуть сокровища по заходу солнца. Раффлз! А ну слезай с меня, ты низкорослая картофелина! Я ужасно виноват, капитан. Я на мгновение потерял баланс. Раффлз, как мой второй номер, ты должен быть готов к любым неожиданностям. Если соберешься потерять баланс еще раз, просто не теряй. Эй, Полуниас! Что за задержка? Тирт снова бросил якорь? Любопытненько. Похоже, кому-то придется спуститься под корабль и посмотреть. Ах, ну да. Желающих точно найдутся. Капитан, капитан, меня выберите! Мало, мне нравится твоя открытость. Тогда давай запихнем тебя в костюм. Сэр, вы не видите никакой проблемы в том, чтобы отправить ребенка? Одного. Правильно мыслишь, Раффлз. Ты спустишься с ней и будешь следовать. Ах, чё? Он имел в виду следовать? Вот, возьмите Спиди. Он защитит вас. Сэр, это и вправду так необходимо? Чао-чао, мой храбрый экипаж! А можно мне? А, пока-пока, ребят! Я мог бы просто... Ну, что-нибудь видно? Кристалл мертва. Ее тело подает какие-то признаки возбуждения. Никогда не слышала такой. Ищите дальше. Кто такое мог сотворить на дне океана? На что смотрите? О боже, быстро закрой глаза. Думаю, это существо отступит, если на него не смотреть. Чего вы там так долго возитесь? Заведите же уже корабль! О, нет! Похоже, что кто-то пропускает день ног. Заткнись, я пытаюсь сосредоточиться! О, маленькие детские ножки! Детские ножки не могут сдвинуть крохотную лодку! Крохотные мелкие детские ноженьки! Детские такие детские ножки! Такие крохотные детские ножки-ноженьки! Малор? Раффлз? Алло! Эта штука работает? А? Что ради всего святого вы вдвоем делаете на борту? Полный вперед. Прошу прощения, но я здесь, капитан. Я сказала полный вперед! Если не знал, это было для тебя. Да, мадам. Я думал, вы мертвы.